10-й, я пошел. Давай быстрее, не копайся с системами, запускай движки вперед, пока нас тут не накрыли. Десятый, взлетел? Давай, держи курс на наши корабли. Под защитой их ПВО пойдем. Азимут 320. Держись пониже, вроде турки истребители подняли. Хреново, что все так наспех. Связи с нашими нет. Попробуй частотами пощелкать, может, надыбаю чего.
Ну что, десятый, ты уже над кораблями? От ней держи курс 340. Так ровно на Сухум выйдем. Смотри, не приближайся к берегу, там грузины ЗРК натыкали. Десятый, я вышел на СКП Сухума. Записывай частоту 255.0. Днепру, прием. 110-й Днепру. 110-й Днепру, прием. 110-й, отвечайте. Днепр, 110-й взлет произвел. Следую курсом 340. Ну слава богу, 110-й. Держите курс на Сухум. Вас из 111-го прикрываю сушки с Гудоуты. Днепр, 131-й, есть попадание. Вторая цель поражена. 131-й. Отход к третьей точке на 5000. Пока все чисто. 131-й принял. Отход к третьей на 5000.
Днепр, 7,5 первые. Наблюдаю низковысотную цель. Азимут 115. Удаление 140. 7,5 первый, понял. 7,5 первый. Это 110-й, отметьте у себя. 7,5 первый, принял. 110-й. Днепр, 131, а остаток 2500. 131, понял. Вам возврат. 131, принял. Возврат.
110-й. Полоса занята. Разведчик Су-24 был обстрелян грузинами. Совершил вынужденную. Уходите на запасной. Гудаута. Курс 295. Дальность 50.